огромное спасибо всем тем, кто сделал эту юбилейную смену именно такой, какая она была. За эти 16 фестивальных дней волонтеры стали незаменимыми людьми на юбилейной смене. Они работали с вип-гостями, оформляли статьи в интернете, сделали 4000 фотографий, выпустили 60 видеороликов. Сегодня на встрече с участниками первого волонтерского корпуса директор Всероссийского детского центра «Смена» Евгений Нижник поблагодарил каждого и подвел итоги проделанной работы. Это были, на мой взгляд, замечательные 3 недели, очень нелегкие 3 недели. И я вам скажу честно, мы без вас бы не справились. Мы, наверное, «Смена» за 30 лет никогда не брала той планки, которую сделали сейчас. Потому что обычно за 2-3 недели проходит один фестиваль, а мы их провели с вами 16. Это такой некий вызов, который мы сделали сами себе, решили попробовать, получится ли у нас сделать каждый день праздник для всех ребят, которые сюда приехали, для того, чтобы показать, максимально что-то такое смена. Для ребят эти дни были самыми яркими и незабываемыми. Они учились, набирались опыта и открывали новые для себя горизонты возможностей. Я очень рада, что я приехала сюда в качестве волонтера, потому что здесь очень здорово и круто. Я надеюсь вернуться сюда еще. Когда я ехала сюда, я перед собой поставила цель, что я развиваюсь как можно больше в сфере журналистики. И мне показалось, что я это сделала. И хочу выразить огромную благодарность своим кураторам Гуар, Ванесса и Ванесса. Я вот получила возможность стажироваться на «Смена ТВ». Здесь меня научили всему. И спасибо команде «Смена ТВ» за это, потому что сделать из девочки с горящими глазами что-то достойное – это поистине сложно. Спасибо «Смена ТВ». Съемки, сюжеты – все это в режиме нон-стоп. Это колоссальный опыт. На встрече волонтеры не только рассказали о бесценном опыте, который они получили в центре, но и получили ответы на вопросы, которые смогли лично задать Евгению Нижнику. О сложностях работы директора Всероссийского детского центра, увлечениях и о том, как еще раз приехать волонтерам в смену. Если вы решите стать журналистом и приехать в «Смену ТВ», очень большие шансы, что после этой волонтерской смены или какой-то еще, понятно, когда вам исполнится 18 лет, очень большие шансы, что мы вас возьмем. Я думаю, что если кто-то из вас захочет на постоянку приехать в наш спорткомплекс и заниматься подготовкой, обучением ребят, созданием новых спортивных игр, новых мероприятий, я тоже думаю, что наш спорткомплекс будет 2 руками за. От слов перешли к делу. 10 лучшим волонтерам вручили благодарственные письма за активное участие в организации юбилейной смены. А также ребята получили путевки во Всероссийский детский центр в качестве волонтеров на президентских состязаниях. Спасибо огромное. Я не ожидала, что я попаду в десятку лучших и активных ребят, что меня пригласят на президентские состязания. Это было невероятно здорово. Эти 3 недели просто незабываемые. Я не ожидал того, что меня пригласят на президентский съезд. Я думаю, что это будет не менее эмоциональный, не менее крутой, не менее безбашенный съезд, как и юбилейный. В общем, я очень рад и огромное спасибо «Смене» за то, что они еще раз позвали волонтером. Огромное спасибо за этот опыт, за эту возможность. Мы будем всем коллективом работать снова, мы соберемся, увидим старых друзей. Евгений Алексеевич Нижник, огромное вам спасибо. «Смена ТВ», я люблю тебя. По словам Евгения Нижника, штат волонтеров будет увеличиваться. Десятку лучших сегодня пополнит 15 счастливчиков из первого волонтерского корпуса.